Привет всем любителям хоррор-игр! С вами Horror Maker. Как вы уже знаете, я люблю лепить разных страшных персонажей и рассказывать о них мои нескучные лепкие истории. И сегодня я буду лепить маму-медведицу из игры Dark Deception и ее кошмарных медвежат Triggered Teddies. Для лепки я приготовил пластилин белого и коричневого цвета, а также розовый, черный, красный и оранжевый пластилин для изготовления мелких деталей и мишек. Еще мне понадобится алюминиевая проволока и мои повседневные инструменты для лепки. Итак, поехали. Ноября 2019 года в официальном твиттере Dark Deception появился первый цветной тизер с изображением мамы-медведицы. Она впервые появится в главе 4, и она одна из главных врагов неизвестного пока 8 уровня. Некоторые фанаты игры предположили, что она может быть боссом 8 уровня. Мама-медведица выглядит как плюшевая игрушка, но с ужасающими мелкими деталями. У нее большие сферические глаза с маленькими зрачками, швы по центральной линии тела, подчеркнутые стежками из черных нитей, спускающиеся по ее лбу, к спине и торсу. Широкая кровавая улыбка на ее лице, которая напоминает губную помаду. На руках мамы-медведицы перчатки с тремя большими когтями. И завершает ее образ до жути противная огромная дыра в животе, откуда и появляются еще одни противники 8 уровня – кошмарные медвежата Триггер Теддис. А еще нам известно, как звучит голос мамы-медведицы. Давайте послушаем. How sweet! A new companion for my babies to play with? Make yourself at home. It's a bit of a mess right now, but I hope you won't judge. My babies are very hungry. Babies, go and greet our guest. Mama Bear is coming to get you. You will die here. Mother knows best. Мои дети очень голодны. Дети, идите и встречайте нашего гостя. Ты умрешь здесь. Мать знает, как лучше. Мама-медведица идет за тобой. Как вы понимаете, официальным голосом мамы-медведицы является та же актриса, что озвучила медсестру и курицу Пенни, а именно Тара Стронг. Вот еще несколько интересных фактов о маме-медведице. В твиттере разработчиков была выложена картинка с дизайном мамы-медведицы без текстур, но позже она была удалена в связи с фактом, что позже было подтверждено, что эта модель без текстур была ее старой моделью. Внешний вид мамы-медведицы имеет сходство с пандой Пенни. Мама-медведица – одна из немногих врагов на данный момент, на модели которого видна кровь. Сюда же относятся и обезьяны-убийцы.
Ее имя было подтверждено в вопросе, кого из персонажей фанаты ждут с наибольшим нетерпением. Это также произошло и с триггермишками. Еще пару слов о триггер Тедди. Это кошмар, который представляет мягкую игрушку медведя с коричневым окрасом и страшным внешним дизайном. Я бы сказал, что детки выглядят намного страшнее, чем их мама. Набивка в некоторых частях тела выползает. Также имеется рот, в котором видны гнилые человеческие зубы. Но ходят слухи, что торчащая набивка в маленьких медвежатах – это вовсе не набивка. Это следы ночных укусов мамы-медведицы. We'll be right back.
Среди догадок о неизвестном пока восьмом уровне чаще всего появляется мысль о том, что местность, на которой будут находиться Триггер Теддис и Мама Медведица, это будет некая фабрика по производству игрушек. Ну, как говорится, поживем увидим. Что я еще хочу упомянуть? Ну, как вы знаете, каждый кошмар Dark Deception является демоном главного героя, олицетворяющим не только его поступки и грехи, но также и страхи, которые есть у каждого из нас. И в данном случае кошмары восьмого уровня «Мама-медведица» с триггер-мишками, возможно, представляют педиофобию. Это психическое расстройство, выражающееся в виде сильного панического страха перед игрушками и куклами. В общем, каким бы ни были наши догадки, известно одно. Восьмой уровень обещает быть нескучным. Ну что, друзья, еще пару штрихов, и наши долгожданные персонажи будут готовы. Ну вот, кажется, и все. Мама с детками готовы. Если вы хотите увидеть других персонажей Dark Deception, не забудьте поставить лайк под этим видео. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые интересные лепка хоррор истории. С вами был Horror Maker. До встречи. Пока-пока.